Вовчик тут с нами, как обычно. Ну, аккуратно мешай. Это наша самая любимая вкусная кашка. Здравствуйте. Клим, пойдем бутербродик свой кушать. Клим кушает пашот с черным хлебушком и с маслицем. Давай, кусай аккуратно, сейчас потечет. Я Климу сказала, чтобы он сам себе положил. Заметила, я хотела потихоньку подойти. Все. А теперь это еще. Нет, сын, а ты это не съешь. Достаточно. Все. Нет, я сейчас молоко отсюда налью. Ты уже налил, хватит, пошли. Нет. Только моську не помазала. Давай, вставай. Давай моську. Твои синие бини, твои глаза не надо на тукана синий. Давай ручку на ручку помажу, оттуда буду брать клей. Шапочку, чтобы мне не снимало, понял? Ага. Мы приготовились к бассейну. Мама меня помазала клемчиком. Сейчас он впитается, и мы пойдем. Мама забивает купальники. Вот, смотрите, вы его мажете. Кремчиком. Кремчиком. Его мажет. Его мажу. Чтобы Вовчик не сгорел. Его мажу. Прямо из-за этого? А то он. Ах ты сля. Подзагрел немножко. Такой классный. Охрип. И Вовчик кушает. У вас перерыв на перекус, да? Угу. Твоя любимая песня. Клим вчера ее весь день пел. Клим, ты пока тут сиди, я его окуну, потом вместе пойдем. Мы Вовчика идем купать, окунуть пойдем. Ай, хорошо. Климка хочет тоже. Укутала Вовчика, сейчас пойду Климасика поснимает. Клим молодец, хоть футболку не снимает. Клим! Вова уже спит второй час. Я хочу в туалет. Не могу уже в одном положении сидеть. Ой, хочу. Я на него мокрую бандану одела, чтобы он хоть чуть-чуть охлаждался. Вовчик отцепился от меня. Так крепко уснул. Моя булочка сладкая. Вовчик проснулся. Ух ты, мое полотенце все сдуло. Вот это вся защита. Шагает, ну, сейчас затискайте его. Вот такой Вова шагает по дорожке. Папа, смотри, как я научился плавать. Молодец! Но все равно он, вот он. Мальчик, отойди. Есть. Ой, раз, два, три.
чиков, сырочек, пинклов и, наконец, Вовчик у нас вот так развлекается. Молодец! Ты выдыхай просто. Давай. Скажи всем привет. Всем привет. Сейчас уже на обед пойдешь. Пойдем. Ты хочешь кушать? Не хочешь? Бананов наелся и не голодный, да? Мои все вымотались. Так, дальше. Сосчитай, сколько машин на картинке и впиши нужную цифру в кружок. Где числа? Вот сюда впиши, сколько здесь машин. Угу. Вова спит. Пока бабуля купается, мы делаем задание. А эту машинку. Это 4 машинки, да? Да, цифру 4 сможешь написать? Танцевал, я нашел самых красивых девочек. И всем спокойной ночи. Клим мне рассказал, что мама, я столько красивых девочек встретила. И он хочет, чтобы все эти девочки с ним играли одновременно, чтобы он ими управлял. Да? Ну все, мы едем спать. Было весело. Всем пока-пока.